Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видеоуроке я хочу показать вам, как добавить на шторку вот такие вот блестки. Именно этим мы с вами и будем заниматься. Для этого нам понадобится рамка, натюрморт, кисть вуаль и плагин Alien Skin. Все это вы найдете в дополнительных материалах к этому уроку. Я останавливаю нашу анимацию и приступим непосредственно к нашему уроку. Это я закрываю и начнем. Я открываю файл с рамкой. Файл открыть. Вот моя рамка. Открываю файл с натюрмортом. Файл открыть. Вот он. Инструментом перемещения перетаскиваю натюрморт на слой с рамкой. Для этого зажимаю левую кнопку мыши и просто тяну вот этот слой сюда. Вот он у нас здесь появился. Этот документ мы можем закрыть. Натюрморт мы поставим под слой с рамкой. Я стою на слое с натюрмортом, зажала левую кнопку мыши и перетаскиваю его вниз. Отпустила левую кнопку мыши. Можно немножечко уменьшить наш натюрморт. Для этого заходим в редактирование, трансформирование, масштабирование. Колесиком мышки подвигаем, чтобы лучше было видно. Зажимаем клавишу Shift. И немножечко уменьшаем, двигая за уголок. Подвинули. Вот так будет, наверное, лучше. Нажимаем клавишу Enter. Теперь на этот натюрморт с рамкой нам нужно добавить шторку. Становимся на слой с рамкой. Добавляем новый слой. Для этого кликаем левой кнопкой мыши по вот этой кнопке, которая называется «Создать новый слой». Вот у нас появился новый слой. Теперь нам нужно добавить сюда вуаль, которую мы будем анимировать блестками. Для этого нам нужно зайти в редактирование, управление наборами и добавить сюда кисти вуаль. Если открыть вот эту кнопочку, то вы можете увидеть, что сюда можно добавить образцы, градиенты, стили и еще много разных инструментов. В данном случае нам нужны кисти, поэтому мы остаемся здесь. Нажимаем кнопку «Загрузить». Ищем у себя на компьютере кисти вуаль. У меня они вот здесь. И нажимаем кнопку «Загрузить». Теперь нажимаем кнопку «Готово». Теперь заходим в кисти, ищем здесь нужную нам кисть. Вот она у меня здесь. Немножечко уменьшим ее. Чуть больше надо сделать. Вот так. Приставляем ее вот сюда вот и щелкаем левой кнопкой мыши. И видите, у нас кисть стала хорошо, но только мне не нравится, я хочу, чтобы она немножечко ниже была. Для этого заходим в редактирование, трансформирование, масштабирование и немножечко тянем вниз нашу кисть. Вот, чтобы она перекрывала рамку и как бы выходила внизу за пределы рамки. Нажимаем клавишу Enter. Если у вас здесь стоит другой цвет, перед тем, как брать кисть, вы можете взять пипетку, щелкнуть вот тут по понравившемуся вам слою. Я взяла вот здесь голубой. Вы можете взять любой с этого рисунка. Когда вы щелкнете левой кнопкой мыши по этому месту, то у вас появится голубой цвет. Могу еще раз продемонстрировать. Вот если я хочу, допустим, розовый, вот я щелкаю левой кнопкой мыши, у меня появился даже не розовый, а вот тот темно-красный, который внутри. Вот можно розовый взять.
Видите, вот здесь меняется цвет. Именно этим цветом у вас и будет заливаться ваша шторка. Итак, шторку мы сделали. Теперь приступим к нашей анимации. Если у вас закрыто окно анимации, то вы можете найти его вот здесь. Окно анимация. Поставить вот здесь галочку. И у вас появится панель анимации. Теперь переходим сюда. Стоим на слое с вуалью. Дважды продублируем его. Для этого нажимаем на клавиатуре Ctrl-G. У нас появилось три дубля этого слоя. Верхние два мы отключаем, стоим на нижнем, заходим в фильтр, ищем фильтр Alien Skin, и вот здесь третья вкладка сверху, нажимаем на нее. У нас выпало вот такое вот окошко. Здесь нам нужно настроить вот эти параметры. Самый верхний я возьму 0,09, второй 0, третий троечку, здесь 0,90 и 65. Вот с этими параметрами у нас будет первый слой нашей вуали. Нажимаем клавишу ОК. Переходим на слой второй копия. Заходим в фильтр. Ищем наш фильтр. Третья сверху вкладка. Вот здесь снова меняем на 0,09. Все остальные параметры остаются те же. И нажимаем кнопку вот эту. ОК. Переходим на слой 2, копия 2 и делаем то же самое. Фильтр, Alien Skin, здесь 0,09 и кнопка вот эта. Нажимаем ОК. Теперь настроим нашу анимацию. Здесь выставим сразу время, нажимаем левой кнопкой мыши и поставим 0,2 секунды. И тут у нас должно стоять постоянно. Нажимаем первый слой, верхний отключаем. Добавляем еще один слой. Этот отключаем, нажимаем верхний. Добавляем еще один слой, отключаем этот и самый верхний включаем. А теперь давайте просмотрим, что у нас получилось. Вот анимация наша работает, бегают наши звездочки. То есть мы сделали то, что нам нужно было. Итак, в сегодняшнем видеоуроке мы с вами научились делать блестки на вуале. Нам осталось только сохранить наш натюрморт. Для этого мы заходим в файл, сохранить для веб и устройства. Вот здесь нажать кнопочку сохранить и задать путь, где мы хотим видеть наш файл. Вот я его сохраняю. И он у нас совершенно готов. На этом наш видеоурок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч.